родственника форме. У меня есть кошки, они любят человечек. И крысы есть. Так, тогда. Всем привет, кто заходит. Как у вас дела, ребят? Как настроение? А вы в Москве? Нет, я не в Москве. Гордан, ух ты. Привет. Спасибо за лайки. О, красавчик, привет. И убежал. Привет, милая, привет. Привет, привет. Блин, глазище карася, тогда мне тоже нравится, ты знаешь? Обалденные, прям обалдевают. Как сама здоровье? Так, все шикарно. А почему ты не в Москве? Нарочно давай в Москву. Немножечко позже. Через пару годиков поеду в Москву. Как вас зовут? Виктория меня зовут. Виктория. А что в Москве делать? Всем привет, заходит. О, спасибо за лайки. Кто тыкает? Меня тыкает, тыкает. Отлично. А вы свободная леди Виктория? Нет. Порно-актрисы пойдешь? Нет, спасибо. Это уже по твоему делу. Туда его правильно. Я никого не поднимаю на звонок. 8600 алмазов подниму на звонок. Так уже же будет. А сколько ты там провести, я уже не знаю. Спасибо большое за лайки. Спасибо огромное. Виктория, ты замужем? Нет, я не замужем. Но я здесь не знакомлюсь. Я здесь работаю. Если что, так. Очень приятно. Очень. Очень-при-очень. Всем привет, я Сухой Сержа. Здравствуйте, Сергей, привет. И до свидания. Ту-ту-ту-ту-ту. Спасибо за лайки. Спасибо большое. Всем привет. Я тоже работаю в Москве. Я не работаю в Москве. Я работаю только в Бибе. Баргузин. О, спасибо большое. Спасибочки, спасибо. Николай. Коля, привет, Коля, как дела? Как у тебя делишки? Как настроение? Как сердцебиение? Как обстановочка? Как ты вообще? Привет, Азамат, привет. Всем привет, Азамат. А когда в гости в Москву? К тебе в гости никогда. А в Москву планирую через пару лет. Может быть, надо мне точно. Оля, как ты? Привет, я не знаю, что сказать. Что случилось? Спасибо большое, Коля, спасибо. Спасибо огромное. Привет, добрый день, как вы? Я нормально. Все хорошо. Сижу, план добиваю. Ребятки, скиньтесь, пожалуйста, на план. Последний день. А что вдруг так? Ну, потому что так. Ну, а как? Настроение плохое, Коля? Если что-то случилось, напиши мне в личку, что там, как там. А как? Ну, так. Как им кверху?
Ай-яй, 20. Все печально. Сегодня крайний день добивки плана. Ребята, товарищи, братцы, помогите план, пожалуйста, закрыть, а? Не будьте буками. Что отдала? О, 198. Спасибо, Коля, спасибо большое. Так, помаленечку, потихонечку. Мне дали время до 4 часов закрыть план. Куратор. И все. И на этом все. Потом надо будет отчет отправлять. Вот. Всем привет, заходит. Здравствуйте, здравствуйте. Товарищи, помогите план закрыть, пожалуйста. Будьте человеками. Людьми-человеками. Я буду так сидеть у Курского вокзала. Подайте бобиков на пропитание. А жаль, что друзья не приняли. Блин, я, может быть, бы и приняла, просто я принимаю уже после эфира. Я так не могу принять. У меня такой баг в Бинго, что я могу только подписаться после эфира. Спасибо большое за лайки. Всем привет, это заходит. Как у вас дела, как настроение? Чем заняты, чем не заняты. Спасибо за подписку. Всем привет, это Захар. Спасибо за лайки. Столько людей заходит. И столько людей выходит. Спасибо большое за лайки. Спасибо огромное. Ребятки, скиньтесь по бобику, пожалуйста. Привет, привет. Абсолютно спасибо большое за лайки. Кот на ножке. Пока хорошей поездки. Какой поездки? Ты куда-то уезжаешь? Спасибо большое за лайки. Спасибо огромное, ребят. О, спасибо за лайки. Спасибо большое, кот на ножке. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо за подписку. Так, подпишусь я после эфира, потому что у меня лагает бига, я не могу подписаться на вас. После эфира подпишусь. Нет. Как эфир закроем? Ладно, Коля уехал. Куда-то поехал. Дальше на службу, наверное, Коля поехал. Что, как у вас дела? Что, ничего не пишет? Спасибо большое, ребят, за лайки. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Чем занимаетесь? Чего все молчите? Спасибо за лайки, Ветер. Ветер, как дела? Как настроение, как сердцебиение? Эля, здравствуйте. Ребят, набор в семью, если что. Кто хочет, вступайте, пожалуйста. Неважно, привет. А, пока, может быть, еще увидимся. Может быть. Может быть, может быть. Привет, отлично, Глич. Спасибо большое. Дюка, привет. Никита, привет. Всем привет, кто заходит.